Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем концерт ансамбля «Арсенал». Мы начнем первое отделение с композиции, которая принадлежит группе «Битлз». Вы услышите ее в нашей интерпретации. Называется она «Norwegian Wood», «Норвежский лес». По-моему, ее сочинил Джон Леннон. Хотя там есть тоже, они спорили с Полом Маккартни, кому больше принадлежит. Слова сочинял один, а музыку другой. И вот они все время спорили, кто из них больше прав имеет на то или иное произведение. Так как мы исполняем в инструментальном варианте, то для нас это все равно. Итак, «Норвежский лес», пьеса из репертуара группы «Битлз». Thank you.
Сейчас вы услышите пьесу, которую Маркус Миллер, последний соратник Майлза Дэвиса в его жизни, когда Майлз Дэвис уже перестал писать музыку, и за него делали в основном члены его коллектива, в основном это был Маркус Миллер. Почему Майлз Дэвис перестал писать музыку? Потому что его звукозаписывающая какая-то фирма обманула. Несмотря на весь его опыт, ему подкинули такой контракт, согласно которому он не получал никаких авторских за исполнение. И он сказал, а я не буду тогда играть свою музыку, назло вам. И вот Маркус Миллеру повезло. Он стал писать для Майлза Дэвиса. И, в общем, чем прославил, кстати говоря, последний период творчества этого замечательного человека. Пьеса, которая сейчас прозвучит, имеет странное название «Ту-ту». Ну, когда я услышал еще в те далекие 80-е годы, в начале, это мне ни о чем не сказало, потом я узнал, что это имя выдающегося человека, его зовут Дезмонд Мпило Туту. Это первый англиканский архиепископ кейптаунский в Южноафриканской республике. Наверное, вы знаете, что это была страна, где долгое время, после того, как фашизм был вообще в Европе уже давно разгромлен, он продолжал существовать вот в этой южной африканской стране. Там был такой своеобразный нацизм, который назывался апартеид. То есть люди, которые захватили власть, могли делать с неугодными себе что угодно. С ними пытались бороться, и вот Нелсон Мандела просидел 20 лет в тюрьме, а его друга Дезмонда Туту не могли посадить, потому что он получил сан епископа из рук самого римского папы. И вот в его честь как раз Маркус Миллер и написал пьесу, которую вы сейчас услышите. Она, в общем, была написана и посвящена как раз лауреату Нобелевской премии мира Нелсону Туту. We'll be right back.
Сейчас я приглашаю на сцену еще одного участника ансамбля «Арсенал». Его зовут Марк Юсин. Сейчас прозвучат две пьесы из репертуара одной очень популярной группы, которая возникла в начале 80-х годов на волне такого постпанк-рока. Если музыка панков была такой уродливой, то постпанк оказался очень красивой музыкой и очень содержательной. Это, как знаете, как из какой-то гусеницы противной вдруг вылупляется такая прекрасная бабочка. Вот так произошло с музыкой на грани 70-х, 80-х годов, когда панки, нарочно уродуя все, вообще протестовали против, кстати, ну, политики Маргарет Тэтчер. Это было в Англии, естественно, потому что в Америке такого быть даже не может. И вдруг, когда как-то так все наладилось, многие группы стали играть совершенно другую музыку. И вот к их числу относится группа, которая называется Tears for Fears. Можно перевести как «Слезы ужаса». Дело в том, что тогда большинство английских групп состояли не из каких-то там профессиональных музыкантов, которые получали образование, это были студенты самых разных вузов, в основном близких к искусству. То есть это были архитекторы, может быть, инженеры немного, художники, и они были очень тонкими людьми и очень начитанными. И поэтому и музыка получилась какая-то очень необычная. И вот сейчас прозвучат две пьесы, которые хитами являются и до сих пор. Итак, группа Tears for Fears. Пьеса называется Everybody Wants to Rule the World. Каждый хотел бы управлять миром. Марк Юсин исполняет эту песню.
Еще один хит из репертуара этой группы. Эта песня называется «Shout». Ну, есть такое предположение, что они назвали эту песню по имени крика младенца, который только появился на свет и сразу закричал. Вот такое непростое название у нее. И, в общем-то, это были непростые люди. Зовут их Роланд Арзабал и Курт Смит. Они философы, учились на философском факультете, изучали редчайшие книги, которые трудно найти в библиотеках. В частности, у них большинство названий связано с книгой Артура Янова «Первобытный вопль». Вот такая есть книга. Ее непросто найти. Итак, группа Tears for Fears, «Shout».
Thank you.
Марк Юсин. Мы закончим первое отделение инструментальной музыкой. Сейчас вы услышите композицию, написанную мною. Она вошла в состав нашего последнего альбома «Поток сознания». И вот сейчас те, кто приобрел этот диск, может сравнить студийную запись с концертным исполнением. Называется пьеса «Алайский базар». Она посвящена, в общем, такому месту, которое возникло в Центральной Азии еще за 2500 лет до нашей эры. Уже тогда был очень популярным китайский шелк. И возник тогда такой великий шелковый путь из Китая в Европу, потом, значит, в Африку, в Индию. И по нему шли караваны, которые везли вот этот шелк. Обратно эти караваны возвращались с товарами, которых не было в Китае. Ну, в частности, испанские скакуны, кованое оружие, латы и рабыни. И вот эти два потока, они встречались, и под склонами Алайских гор образовался такой базарчик. То есть они там еще между собой торговали, те, кто везли эти товары. Это были торговцы. И вот это историческое место, оно просуществовало и до сих пор. И сейчас Алайский базар есть в Ташкенте, на территории Узбекистана. В советские годы, когда мы гастролировали по всей стране, я неоднократно там бывал, правда, я не знал тогда еще, что это историческое место. Это такой небольшой базарчик, в отличие от центрального ташкентского базара, очень такой уютный, симпатичный. И вот этому замечательному месту историческому и вообще самому этому пути, великому шелковому пути, я и посвятил пьесу, которую вы сейчас услышите, «Алайский базар». Thank you.
Thank you.
наш инструмент. Аркадий Бакладин. Алексей Козлов. Евгений Чайков. И наш вокалист Марк Люсин. Марк, где ты? Но, тем не менее, мы сделаем небольшой антракт и потом продолжим нашу программу. Спасибо. Дорогие друзья, перед началом второго отделения я хотел бы вспомнить один замечательный случай в моей жизни. Дело в том, что в 2005 году, когда мне исполнилось 70 лет, это был такой юбилей заметный. Мы тогда работали в замечательном клубе «Форте». И все, что там происходило, было сфотографировано и даже записано, а происходило там очень много интересных вещей. Вот я сейчас вам расскажу, я случайно наткнулся на материал, о котором даже к своему стыду забыл. Дело в том, что я долгое время дружил с Василием Аксеновым. Это был мой один из самых таких близких мне людей. Нас с ним связывало, ну и отношение к власти, еще когда его, до его высылки в 80-м году, его просто выслали за его роман антикгбшный «Ожог», и лишили даже гражданства, нарушив все вообще конституционные законы. Он долгое время жил в Вашингтоне, ну, оттуда какие-то пытался вести передачи, но ему там было не по себе. В общем, как только появилась возможность, уже в конце 80-х годов, он все-таки вернулся к себе на родину, и мы продолжали с ним дружить. А до этого мы с ним очень любили отдыхать в Крыму, в частности, в Коктебеле. Вот тут сейчас сохранилась фотография, где мы с ним где-то в 76-м, что ли, году спускаемся с горы Волошина. Такая есть там гора. Очень любил гулять по Крыму. Вот мы с ним гуляли. И вот в 1970 году, когда у меня был юбилей, он пришел и неожиданно сказал: «Леша, я вот написал тебе недавно такой экспромт». Это вообще есть такое понятие, как эпистола, но это такое хвалебное какое-то стихотворение. И вот сейчас я вам его почитаю. Я просто даже забыл, что у меня оно есть. Вот, пожалуйста, дайте на экран, вот как он читает. Эпистола такая. Дело в том, что здесь он отразил всю мою биографию, вообще все, что я проходил. Может быть, я даже буду комментировать. «Средь верноподданных сердец КПСС на зло возник таинственный юнец, саксофонист Козлов. В прикиде ультраштатском он блуждал, столицы грешный сын. Не джазовое все не уважал, и так нашел свой свинг. По сути дела,
Этот свинг свистал под пятым слева ребром. Козловский скромный новосел, замученный рублем, космической любви росток. Последний среднерусский магикан, он мог играть часов по сто, как Джерри Маллиган. 60-х лет разбор, возрос, как баобаб. Козлов играл среди тех борозд свой фирменный бибоп. Вот здесь я перешел от свинга к бибопу уже. Не убоявшись русских стуж, в тропический экстаз врубается он, уж ты, стилем фьюжн под струнных перепляс. Это значит, когда я создал фьюжн бенд «Арсенал», который вы сейчас слышите. Мыслитель, чей творец Роден, он охраняет свой творческий фланг, лишь пальцы мечутся ордой, впадая в бурный фанк. Фанк – это та музыка, на которой построен «Арсенал». Вот так, идя от стиля кул в горячий христианский рок-н-ролл, Козлов тащил упреков куль и мощный арсенал. Расшифровывает. Когда я сыграл Jesus Christ Superstar, это был 73-й год, меня обвинили и джазмены, и власти. Во-первых, что я изменил джазу, а власти, потому что мы стали играть просто нежелательную вот эту рок-оперу, и я стал уже просто таким диссидентом непростым, а идеологическим диверсантом. И, в общем, вот этот куль, который я тащил, это был очень тяжелый куль, и он, Вася, был свидетелем вот этого всего. И вот в заключение такая фраза. Какой итог мы видим сейчас? Сквозь слепоту возможных призм ликует наш козловский джаз. Он опроверг марксизм. Я очень горжусь, что этот великий человек написал про меня такие слова. Но через 4 года его не стало. Он ушел. Ну а сейчас мы продолжаем наш концерт. Мы начнем с моей композиции, которую я написал не так давно на тему истории европейского театра. Дело в том, что театр возник впервые в середине 16 века в Венеции, в Италии. И в Венеции всегда были вечный карнавал. Но до середины 16 века там в этой толпе развлекали людей отдельные люди. Это были скоморохи, жонглеры, танцоры, комики там и так далее. И вот одному человеку пришла в голову мысль этих людей собрать в какой-то коллектив, и чтобы они работали вместе и уже по каким-то сценариям. Вот так и вошел в историю театр масок или комедия масок, он стал называться. И постепенно он перешел из Италии уже во Францию, где возникли новые маски, а масок было огромное количество. Значит, я просто напомню вам эти маски. Вы, наверное, слышали. Это были мужские маски, были, это были панталоны, бригелла. Это были пародии на различных таких деятелей, торгашей, чиновников, всяких жуликов, Тарталона, бригелла, Орликин, Тарталья, Скарамуччо, Пульчинелло. Женских их было много очень. Коломбино, Смиральдино. Наверное, многие видели эти вот мюзиклы на вот этой темы, этой комедии масок.
В общем, докатилось это все до России. Вот в 1906 году великий наш поэт Александр Блок впервые написал пьесу «Балаганчик» вот в этом стиле. А роль Пьеро, вот такой маской грустной, с ней сыграл тогда совсем начинавший Всеволод Мерхур. Это проходило в театре Комиссаржевской в Питере в 1906 году. Этот театр существует, и, в общем, но Мерхольд уже давно умер. А вот в 1922 году эту традицию, уже в советское время, продолжил Евгений Вахтангов, где он написал пьесу «Принцесса Турандот». И вот эта пьеса, она идет и до сих пор. А маска Пьеро стала символизировать театр. Вы, наверное, видели эту маску, грустная такая. Вот, вот такая история. Итак, пьеса, посвященная театру комедии масок, «Грустный Пьеро». Thank you.
Марка Юсима, который наконец-то нашелся. Вот он. Ну, для начала вы услышите в нашей интерпретации такую традиционную американскую джазовую балладу, которую еще в 52-м году написали два автора, Гай Вуд и Роберт Меллен. В общем, это такая типичная баллада. Авторы, в общем, мало известны. Эта пьеса прославилась за счет того, что ее уже гораздо позднее спел один из выдающихся певцов, авторов и артистов, который 3 октября справлял в Москве свой день рождения. Ему исполнилось 66 лет. Его зовут Стинг. И вот сейчас вы услышите эту песню так, как ее пел Стинг. А называется она «My One and Only Love». Such desire, every kiss you give.
song. Очень популярен сейчас, его зовут Эд Ширан. Он вообще-то не так молод, но зато он получил все-таки в 2017 году первое место по продажам дисков в Америке и в Англии. И в общем-то он еще и лауреат Грэмми в 2016 году. А песня, которая сейчас прозвучит, она сейчас вообще хит номер один. Ее везде слушают, везде она звучит. Зовут, значит, этого человека Эдвард Кристофер Ширан. На самом деле просто Эд Ширан. А песня называется «The Shape of You». Crazy, don't make me say
Спасибо вам за внимание. Я надеюсь, что мы
еще встретимся с вами, дорогие мои мужчины. Запихают нас, кто остались синими, да, я тебе еще приглашу, я надеюсь, что мы еще встретимся с вами. Дорогие мои москвичи,